Для того, чтобы научиться делать этот трюк, вы должны уметь делать Sonic 3 4, 2 3 и Twisted Sonic 2 3, 1 2. Видеоуроки по этим трюкам есть на моем канале. Трюк начинается с выполнения Соника. Для этого возьмите ручку в слот 3-4, так как показано на видео. Плавно выпрямите пальцы, и когда ручка будет находиться параллельно вашим пальцам, сделайте замок, чтобы ручка перелетела в другой слот. Следующий этап изучения. Учимся перекидывать ручку в слот 1-2. Когда ручка во время выполнения Соника будет находиться перпендикулярно вашим пальцам, опустите указательный палец так же, как и при выполнении Twisted Соника. И по инерции ручка попадет в слот 1-2 из слота 3-4. Трюк непростой в понимании, и вначале будут путаться пальцы. Поэтому посмотрите внимательней на него. Важно не сделать лишнего оборота чарджа в слоте 2-3. Ручка не задерживается в слоте 2-3, а сразу перелетает в слот 1-2 со слота 3-4. Поначалу будет непросто, но со временем вы освоите этот эффектный трюк. Удачи в изучении!